Около полуночи в пожарную часть поступило сообщение о хлопках и задымлении в подъезде дома по адресу Молодежная, 7. На вызов прибыло сразу несколько пожарных машин. На этих кадрах, которые сняли прохожие, видно, как с крыши многоэтажки идет дым. Кошмар. Прям пожар конкретный. Это, тушит, наверное. Да, вон тушит, видишь? Вон пар пошел, они тушить начали, значит. Ужас. По словам жителей подъезда, они услышали несколько хлопков, после чего почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Эти кадры сняты уже утром после происшествия. Выбитое окно, повсюду осыпавшаяся штукатурка и куски бетона. Пожарные дознаватели причину происшествия пока устанавливают. Соседи же предполагают, что кто-то бросил петарду в мусоропровод. Говорят, здесь всегда много подростков. Звук слышала. Какой, что был? Бау-бау, 2-3 раза звук слышала. Я ничего не видела. Не видела. Девочка сказала, это один девочка убегает, кровь тут говорит. А ночью везде время хулиганы есть там подъезды. Да, вот собираются вот там вот возле батареи, возле окна. Там вот собираются люди. Ну, мальчишки, ну и девчонки так вот заходят. Просто я как-то замечал, эти мальчишки там. Ну, вот эту петарду там, стрелялка такая там, там пшик-пах, и все. Человек 10-12 тут на первом этаже, кто такие, я не знаю. Где-то на 9-м, каком этаже, 2 взрыва было, больше не слышал. Так на 9-м или вот здесь, внизу? Тут на 2-м этаже, сначала наверху было, как его, вот это. Где мусоропровод? Вот. Сначала наверху, а потом на 2-м этаже. Что стало настоящей причиной ЧП в доме по улице Молодежной, соседям остается только гадать. Необходимость в этом отпадет, как только будет озвучена официальная версия случившегося. Олеся Дементьева, Евгений Скляров, «Наши города».